На последнем заседании областной думы появился новый депутат. Место единоросса Рудольфа Комиссарова, скончавшегося в конце апреля, занял 44-летний Олег Макаров, следующий по списку «Единой России». Он уроженец Саратовской области, сейчас работает в Москве в компании, строящей электроподстанции. С Ярославлем связан 3 года, возглавлял предприятие «Яргор-электросеть». Скандально ушел с поста директора в 2008 году после того, как им заинтересовались правоохранительные органы. Тогда Макарова подозревали в злоупотреблении служебными полномочиями и даже хотели объявить в розыск. Сегодня первое и последнее заседание думца Макарова. Продолжит ли он политическую карьеру, новичок пока не решил. Дальше я еще пока как бы не определился. Буду смотреть то, что за 2 месяца смогу сделать. Я постараюсь внести положительные, полезные какие-то от себя, что смогу сделать, я, значит, внесу. Уголовное дело было, вопросы какие-то задавались, разобрались, уголовное дело закрыто.